Окей, давай сделаем еще одну русскую версию. И, значит, друзья, смотрите, у нас в гостях Маргарита, мы сегодня находимся в брейке. Это студия A. Я надеюсь, тебе понравилось. Очень понравилось. Я все сфотографировала у вас вокруг. Да. Скажи, немножко Вика, Маргарита занимается нейрографикой и рисует и помогает взрослым людям научиться что-то нарисовать и стать артистами. Как бы, чтобы это было артистично и более-менее как бы имело некую ценность как искусство. И использует при этом ряд технологий, которые вот пришли там с России, там некий умный человек что-то написал. Почему оно полезно, как оно работает, расскажи. Нейрографика — это очень особенный метод рисования. То есть мы концентрируемся не только на эстетическом аспекте, да, красота рисунка, какая-то художественная ценность, но мы также концентрируемся на психологическом моменте. То есть мы помогаем людям через рисование решать проблемы жизненные, важные, даже самые важные проблемы мы тоже можем помочь человеку решить этим способом, но также научить людей рисовать во всем мире, в любом возрасте, неважно, сколько человеку лет. А зачем нужно вот рисовать? Сейчас уже и появились компьютеры, появились новые графики. Почему по-прежнему рисование важно? Дело в том, что когда мы просто рисуем на планшете или через какую-то специальную программу, то не происходит mind-body connection, не происходит связь нашего ума с нашим телом. Тут мы рисуем рукой, мы рисуем маркерами, мы рисуем карандашами. Есть такая штука рисовать рукой тоже на компьютере. Да, но понимаете, компьютер все-таки это немножечко автоматизированный способ рисования. Здесь очень важно именно работать без всяких технических гаджетов. Вы берете маркер, вы делаете линии, вы рисуете геометрические фигуры, вы каким-то специальным образом все это скругляете, и происходит магия нейрографики. То есть вы можете решить очень много задач и проблем через этот метод. Понятно. А как можно это на интернете почитать, посмотреть, какие есть? Можно посмотреть на Фейсбуке мою страницу «Амарна Нюраарт». У меня также есть русскоязычная группа «Амарна Нюраарт. Проект Возрождения». Да, это еще одна группа, которую я веду. Там много бесплатных видео на YouTube. А как вы находите людей, которые вот заинтересованы? Они, вы знаете, пока на сегодняшний момент люди находят меня через Instagram. Амарна Нюраарт, также через Facebook и мой веб-сайт amarnanyurart.com. Что они ищут? Почему они находят? Они... Люди набирают keywords, например, рисование, арт, психология. И это самый лучший способ нас найти, потому что мы соединяем и арт, и психологию вместе. Понятно. Спасибо большое. Cut. Thank you.